все сводится к разговорам о том, что первое, заводы закрыть нельзя, это же люди на... И, внимание, налоги. А Москве, города, ну, надо честно признаться, нужны только налоги. И в определенный момент электорат на выборах. С выборами все понятно, они прошли. Налоги, которые нужны Москве, в консолидированный бюджет области поступает 3% налогов от этих предприятий. То есть общий вклад этих предприятий промышленных 3%. Все остальное собственниками уводится в офшоры. Они не дают большого вклада в налоги области. Ну, значит, вы вредители для этих людей. Понятно. Мы не вредители. Давайте так, мы катализаторы изменений в их бизнесе. Потому что мы их заставляем развиваться. Если они хотят оставаться в бизнесе, им придется что-то с этим сделать. Им придется поставить фильтры. Им придется модернизировать производство. Наилучшие доступные технологии включить. Неважно. Просто пока никто не сопротивляется тому, что происходит с воздухом, все остается на своих местах. Мы являемся катализатором изменений в городе. И в том числе для их бизнеса.